Итак, мы возвращаемся к новости последних минут из Дагестана. У нас появились первые кадры с места взрыва на полицейском посту под Дербентом. Нам взлетела на воздух девятка, начиненная взрывчаткой. Так, вот это видео. Судя по всему, взрыв был очень мощным. На дороге пылают несколько автомобилей, в том числе микроавтобус. Обломки машин раскидало по проезжей части на десятки метров. На эту минуту известно об одном погибшем и троих пострадавших. Все они сотрудники правоохранительных органов. По данным Life News, машина подъехала к посту, и сразу после этого произошел достаточно мощный взрыв. Мы следим за ситуацией и первыми расскажем вам все подробности в прямом эфире.